Всем привет! 16 июля. Так выглядят мои балконные декоративные томатики. Это бояя. Ну, конечно, вся усыпана. Вся усыпана такими мелкими помидорками. Просто очень-очень-очень много. Не знаю, передают это все видео или нет. Это количество помидор. Так, а второй сорт — талисман. У талисмана, конечно, побольше помидоры, но тоже все усыпано. Это вот один кустик у меня, а это второй. Втором вообще. Все-все-все в помидорах. Они у меня стоят на земле. Так я их и не пристроила никуда из-за дождей, из-за ветров. Невозможно. Слышен храп. Это спит мой помощник. Графуля. Ну вот такие у меня помидоры. Всем спасибо, кто со мной. Будем смотреть, наблюдать дальше. А, еще покажу, как в маленьких горшках они выглядят сейчас. Вот так выглядит бояя, посажена в маленькие горшки. Тут, по-моему, по 3 литра. Они были посажены попозже, но тоже все в помидорках, все увешано вот такими маленькими. У кого нет возможности сажать в огородах и на дачах, конечно, можно посадить на балконе в кашпо и любоваться такими маленькими красивыми помидорками. У меня здесь рядом еще красивые розочки зацветают. Такая. Ну, теперь точно всем пока. До свидания. Спасибо всем, кто со мной.